Всем вечера, мой дорогой, любимый зритель. Вот ведь как сложилось так, что пришлось мне как-то пойти на уступки. Я давно не давала сольных концертов. И вдруг вот надо, говорит. Страна говорит, надо. Я очень счастлива, мои дорогие друзья, что вы столько лет, кто именно полюбил творчество Маши Распутиной, и вы постоянно со мной. Очень много приходит писем, откликов. Любите мои композиции, песни и, конечно же, хиты. И я хочу вам сказать, дорогие друзья, что я так счастлива, что я не обделена была вот этими самыми хитами. Что не песня, то хит, что не песня, то в десятку. И
потрясающе везло мне на замечательных, талантливых авторов. Вот сейчас я уже не считаю великого Дербенева, с которым я имела честь, молодая сопливая девчонка, работать. Вот сейчас прозвучала песня, композиция «Проходит жизнь моя, изранена печалями». И не связать уже оборванную нить. Молодец, подсказывай, суфлёр. Но что бы ни было и не случилось в моей жизни, может быть, даже и трагического, но жить все равно надо. И вам всем советую жить. Вот эту замечательную композицию для меня написал специально замечательный наш талантливый поэт Илья Резник. Спасибо ему большое. А музыку написал наш любимый Александр Лукьянов. Я не просто так начала с этой песни. Мне хотелось с вами как-то немножко душу, что ли, немного так открыть. Немножко небольшая завеса, чтобы тайна открылась золотого ключика. И вот сейчас я расскажу тебе, как сложилась моя жизнь. Долгожданный мой.
пожалуйста, дорогие друзья, я сделаю глоточек. В горле пересохло. Ну ничего, зал маленький, сцена маленькая, разойтись негде. Но зато у меня, видите, какая рыжая, портрет такой, как вы еще нашли, повесили. Но хочется, ой, как хочется, чтобы счастье всегда было, даже когда ты проживаешь какие-то свои нелегкие времена, даже могут быть и нелегкими годами. Да хрен-то с ними, с нелегкими годами. Они пройдут, и всегда после зимы наступает весна. А весна – это любовь. А любовь – это вечно, это сказка. И особенно, когда женщина поет о любви и просит своего суженого, ряженого, даже ряженого, чтобы он ей подарил кусочек небес. Вот ты свои даришь? Молодец, вот видите, давайте похлопаем Руслану. У Руслана 5 детей, это действительно так, это не шутка, ребят. 5 детей, он их кормит, о них заботится. Замечательный музыкант, также композитор. И он любит свою жену, свою семью, своих детишек. Ты давай еще 6-го рожай всем нам. В стране нужны дети, нужны, нужен народ. Русский классный народ. Так вот, хочется, чтобы кто-то подарил частицу небес. И кто же это будет? Подари мне небо, вот ты знаешь, что... Слушай, может, ты придешь сюда и споешь, а? Ну, прям все знает. Слушай, тогда давай поднимайся и будешь кричать, орать и хлопать. Больше всех! Руслана, твоя сейчас... Ой, подожди, что это? Пожалуйста. Ну, вот сюда, вот. Ну, да. Вот сюда, пусть. Ну, как, красивая картинка, да? Маленький миниатюрный цветочек. Почти такой, как я. Как Димовочка. Ну что? Звучит песня для всех прекрасных дам. Для вас, дам. Подари мне дым любви, чтобы и дождем
Да, женщины – такое существо божественное, небесное, что им всегда всего мало, 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 мало. Но нужно всегда знать, когда остановиться, потому что можно же и превратиться в пушкинскую старуху, которая осталась у разбитого корыта. Ей все мало было, мало. Ну, а потом люди... Надо вовремя остепениться. Вот мне тоже всегда мало было, понимаешь? Мало всего. Мало солнца. Я так люблю солнце. Мало моря. Мало небес. Мало звезд. Ты, кстати, любил когда-нибудь под звездами? Влюблялся? Я влюблялась. Я хочу вам сказать, что это такая романтика. Разве можно сравнить это с простым дешевым сексом? Правильно? Любовь. Может, я хочу, чтобы в ваших сердцах всегда, всегда было это чувство настоящей, божественной любви. Благодарю вас. Благодарю, спасибо. Спасибо. Спасибо, дорогие. Чтобы она никогда не покидала. Ну, женская натура такая, своим нравом, понимаешь? Я вот тоже. Видишь, какой костюмчик себе пошил? Весь горит, Сваровский, там не просто, не хухры-мухры. Так что да, а Сваровский, знаешь, каких бабок стоит? Не знаешь. Ты у своей жены спроси, она тебе все расскажет. Дорогие женщины, я хочу, чтобы вы всегда были счастливы, всегда радовали себя в первую очередь, а потом свою вторую половинку. Ну, а если уж это муж, то мужа тем более надо так радовать, чтобы он дрожал всегда и боялся в дом ходить. Шучу я! Шучу, товарищи! Ну что, для всех прекрасных дам звучит следующая композиция. Поехали!
моя, ты дорогая, спасибо. Плаваем, плаваем! Спасибо, Алла, спасибо. Это вот очень уважаемый человек, похлопаем. Это знаменитый врач. Ну еще. Сяду немножко, хватит скакать, уже надоело, вот, благодарю тебя, я присяду вот так вот немножко. И поведаю вам, знаете, зима-зима, декабрь, уже фактически середина декабря, класс, это мне интересно. Когда начинаешь вспоминать, что я делала 30 лет тому назад, в декабре. Ну, естественно, концерт. Естественно, ездила по стране. А потом... Да. Пробил. Я еще не простилась с осенью, а уже зима катит в глаза. Помертвело чисто поле, и стрекоза все пела, пела. Жалко мне стрекозу. Жалко. Неужели все так и пройдет? Пропою? Но я не та стрекоза, чтоб просто так петь. Я хочу проститься со своей осенью, потому что осень — это загадочное время года. И она всегда навевает грусть, немножко тоски. Навсегда. Есть и остается надежда на будущее. Thank you.
огурчика, чтобы я знал, я сегодня немножко в ударе. Какие красивые букеты. Спасибо. Красивые букеты. Счастье не случилось.
Спасибо вам. Спасибо тебе. Благодарю. Благодарю. Еще, еще! Еще! Вообще живет на другом континенте. А может быть, рядом, и ты каждый день видишь, как он выходит из своего дома, садится в машину и уезжает в свой офис. Бывает и такое. Ну, женщина должна быть сильной. Плевать нам на соседа с другого подъезда. Дым! Ты, а жене своею
Yeah.
Благодарю. Спасибо вас тоже. Еще, ребята! Не бойтесь проявлять свои эмоции. Они так нужны. Скоро всем нам они понадобятся. Очень понадобятся. Но сейчас мы поем только о любви. О любви, 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 любви. Я вам не просто так сказала в начале своего выхода сюда, на эту небольшую сцену. Сказала, что, товарищи, мне всегда везло с хорошими авторами, поэтами. Ну, поэт у меня Дербенев, это мой отец. Это все, это целый мир, это космос для меня был, который научил меня всему. Но, он всегда говорил: Марусь, будь всегда почтительна, как Леди Гамильтон. Я всегда хулиганил, видишь, он меня сдерживал. Но с Варгой мы пречистые, царствием небесным, безвременно как-то ушел и оставил меня, и всегда говорил: ты будешь плакать. Но я не буду плакать. И сначала я очень долго плакал. Я сейчас скорблю, потому что родной душе он для меня являлся родным человеком, родной душой для моего сознания, разума, для моего духа даже, так скажу, высоко заберусь. Высоко сижу, далеко ближе. Да. Но мне как-то повезло. Меня Всевышний род не оставил, и я подарил мне множество хороших музыкантов, композиторов и даже звезд, исполнителей, которые тоже сами пишут музыку. Вот сейчас я очень рада представить вам, дорогие друзья, сейчас прозвучит композиция, иначе я ее никак не могу. Композиция «Загадай на меня», которую специально для меня написал. И вы все его знаете, любите, мой друг, мы с ним уже давно, ну, лет сколько, 27 лет мы дружим. Да, это написал Кай Метов. Кай прекрасный, замечательный музыкант, композитор с консерваторским образованием. Но он тоже хулиган, любит хулиганить. И вот мы как-то на эту почву сошлись. Но вдруг он, ты представляешь, нет, вдруг он напишет такую музыку и сказал: на, спой, тебе надо разнообразить, нужно показать еще, что ты можешь по-другому петь. Ну вот я и спел.
Thank you.
Зале меня очень просили стать, спеть те хиты, которые когда-то блистали. А, воды, водички, дай. И вот по просьбе трудящихся, товарищи.
люблю, но я не люблю, когда меня рано будет. Ты же понимаешь. Так что... Кто догадался, поднимите руки вверх! Ну, теперь... Еще, я жду! Еще все! Hey!
давайте еще раз. Мужик, иди сюда, и ты спой, а? Я тебе похлопаю. Да, да! Сейчас я еще одну. То, что очень просили у меня музыканты. Почему вы мне сразу это не сказали? Надо было сразу сказать. Я же, вы знаете, я очень женщина гибкая в этом плане. Все могу. Да. Очень гибкая. Так, теперь выключите весь свет. Крила, весь. И наведите на одну пушку на меня. Надоел этот свет. Хочется темноты. Хочется одной пушки. Роза чайная. На! Вот вам, не будет вам. Вот, роза чайная, кстати, вам. А? Спасибо вам, дорогие друзья, за такие розы чайные. Ну что, по просьбе я дарю эту гениальную песню, которую написал мой друг, композитор Игорь Матета. А, слова, эту великую поэзию, даже не просто слова или песенный текст, написал величайший наш соотечественник, величайший поэт нашей современной России Леонид Петрович Дербенев. Венера. Хоть на миг.
вас. Ребята, сейчас я хочу вам по просьбе вот всех моих друзей. Я в этом году был юбилей моего друга-композитора Игоря Матета. И вот вы сами знаете, что визитная карточка такой замечательный артистки, как Маша Распутин. Посильнее, бурные, бурные аплодисменты, не стесняйтесь. Моя визитная карточка, какая песня? Да. Товарищи, вы, видно, меня за 30 лет позабыли. Так и была и потом чего? Да вы что, серьезно не помните? О, кто сказал, играй музыкалы? Браво! Да. Играй музыкант. Спев эту песню, когда никому молодая совсем 24 года, певица никому неизвестная Маша Распутина появилась на всех хит-парадах страны. А со звуковой дорожки ты вообще не слезала. Так вот, а вы знаете историю? Теперь ни хрена вы не знаете. Что целый год Матета ходил с этой песней, никто и не брал. Никакая радиостанция, никакой телевизионный канал. Все думали, что это такое, что за негритянская манера. И все думали, это девушка твоя? Да, сказал Матета. Но потом, когда они увидели девушку, ты же понимаешь, какая я худая, красивая, стройная, длинноногая, белозубая. Тогда, правда, еще... Грудь не очень пышная была, да. Но все равно я есть я. И вот я сразу попала в зональную передачу «Песни года», а потом и на финал. И тоже ведь не хотели брать. И говорили «нет». Но тогда Царство Небесное, великий режиссер, телевизионный Виктор Сергеевич Черкасов, тогда он был начальником «Песни года», а потом уже монополисты захватили после его смерти. Так вот он говорит, нет, товарищи, столько писем в редакцию пришло, это 89-й год. Поэтому я не могу отказать этой молодой дебютантке в эфире. И все. Я вышла в эфир в новогодний год и спела «Играй». Музыкант. Все дружные! Товарищи, не бойтесь, я смогу! Год за годом, день за днем, как обычно, мы живем.
34 лет. А! Столько не жила, но я прожила. Но я еще молодая, поэтому долго буду жить. И вам того же желаю. И вам того же желаю. Но я не могу не спеть свои хиты, потому что вы хотите их слышать. Давайте договоримся так. Ребята, вы, я там смотрю на далекие, очень такие резвые, молодые, кровь с молоком. Правда, здесь такой зал, конечно, негде потанцевать. Я смотрю, не лестница, но ничего, можете все равно хоть попками покрутить. Вот так. Очень хорошо будет. Все, потому что все-таки, ребят, мы с вами уходим уже с этого года. И переступаем другой, на другой год. Я думаю, что он все-таки... Не буду. Руки подняли все вверх по просьбам друзей, зрителей, любимой публики. Звучит хит всех времен и народа. We'll be right back.
Как я довольна. Сколько же они знают. Молодцы, хорошо изучили творчество Распутиной. Перед грядущим новым, новоявленным годом хотелось бы, чтобы немножко затронуть вашу душу, сердце, ваш разум более такой серьезной тематикой, потому что мы с вами все-таки живем на этой земле, в своей стране, чтобы она была всегда наша, наша, страна Руси. Русские, прилагательные такие. Я этого желаю. Вы этого желаете? Тогда вместе будем творить это чудо.
Я хочу, чтобы вы сейчас послушали, потому что я сегодня, когда ехала в этот концертный зал, я всегда просматриваю какие-то новости, и вдруг я в интернете. Сейчас очень классная эта штука. Интернет. Все-таки, да? Можно узнать такое, но самое главное, там есть правда. Так вот, что оказывается, Христос, наш Радомир, славянский волк, говорил, что все тайное становится явным. Оно стало явным через вот эту мессианскую штучку интернет. Класс. Я поздравляю человечество с этим размахом. Вот сейчас я хочу, чтобы вы, Игорь, послушали. Помоги мне. Я буду зачитывать, потому что я не успела, стихотворение длинное. Я хочу, чтобы как-то, как смогу, не обессудьте, услышьте смысл всех этих строчек. Написал наш современник, поэт, русский поэт Виталий Щипков. Я человек. И заявляю прямо, моя душа несет небесный свет. Она чиста, свободна и упряма, и движима лишь истиной во след. Я человек, а значит, мне по праву принадлежит свобода быть собой. Никто не смеет сыпать мне отраву или вести куда-то на убой. Я человек, и здесь моя планета, моя природа, воздух и вода. Я торгашам накладываю вето на результаты моего труда. Я человек, и я рабом не буду, и весь мой род, и весь духовный свет. Я говорю вранью, насилию, блуду свое категорическое нет. Я человек. Я сам себе опора, имею честь и совесть, дух и стыд. Плодами вашего разбойного разора я вместе с соплеменниками сыт. Я человек со знанием и весом, я знаю за собой свою вину. Я человек. И объявляю бесам святую, беспощадную войну. Не была на свете ближе и милей. Не была прекрасней родины моей. Вечная, святая, добрая страна. Ты не знала, что придут такие времена. Была страна необъятная, моя Россия. Была страна, где встречалась мама и я на свет. Была страна,
напрасно говорят, что нет. Спасибо вам всем, уважаемые, уважаемые соотечественники, что вы сегодня пришли на эту встречу со мной. Я хочу, чтобы эти встречи чаще у нас с вами продолжались, чтобы мы всегда были оптимистически настроены на всю свою дальнейшую жизнь, и чтобы страна у нас действительно была самой светлой, доброй, самой она такой и являлась всегда. Мы вернем все свое, мы обязательно вернем. Так Бисмарк говорит, придут русские, все заберут. И мы у всех все заберем. Свое, только свое. Нам чужое нахрен не нужно. Пусть не падает душа, пусть не спрятся глаза.
Помогали радовать вас музыкальная группа «Бульвар»!